В Башкортостане тем временем продолжается работа по переводу легкового и грузового транспорта на газ и строительству газозаправочных станций. Еще одну откроют в этом году в Мелеузе. К ее устройству приступила компания «Алим». Инвестор подготовил необходимую документацию, получил согласование проектов подъездных путей и инженерных сетей, отсыпал площадку, а также закупил технологическое оборудование. Весь проект, значит, обходится где-то порядка 100 миллионов. На инфраструктуру уходит около 30-35 миллионов. В среднем рассчитываем на господдержку где-то порядка 15-17 миллионов. То есть эта часть будет платиться по постановлению 188. В перспективе компания заинтересована в создании еще одной газозаправочной станции на трассе Уфа-Оренбург. Сейчас ведется работа по оформлению земельного участка.